Дача в Лепесуа, 6 июня. Прекрасный день. Хочу сегодня похвастаться последствиями заморозка, который посетил нас в ночь на 2 июня. Я сегодня медленно буду разговаривать, потому что нужно сдерживать эмоции, выбирать выражения, как-то так. В общем, такая фигня первый раз. У нас в конце мая были холодные ночи. Ну, минус один был под утро, и все ничего. Но вот на 2 мая, блин, картошка померзла. Вот это вообще катастрофа, наверное, с картошки-то. Но может и нет. Есть надежда, что оживет. Стволики целые. Но вот как так-то? У соседей тоже все померзло, хотя они картошку не выращивают. Но соседи сказали, что было минус один. Ну, чтобы при минус один вот так? Может, потому что побеги были очень нежные. Некоторым кустикам повезло больше, некоторым меньше. Ну, с урожаем картошки в этом году уже все ясно, да? Да нет, что-то выживет, наверное. О, вот этому вообще повезло. Позднее взошел, что ли? Наверное. Заметнее всего побила удачу. Вот так вот выглядят всходы удачи. Круто, да? У нас картошки такое первый раз. У нас ботва зеленая в сентябре стояла при минус 3. Ничего не было. А тут какой-то паршивый минус 1. Вот как так звезды-то встали, а? Ну, помимо картошки, померз даже крыжовник. Мы же такие думали, что ой, сколько ягод-то на крыжовнике в этом году. Куда ж столько ягод-то? Сейчас покажу ягоды эти. Все, моих нету. Не будет нам ягод на крыжовнике. Вот такие теперь ягоды на крыжовнике. Вот. Безумно видно, да? Какие ягоды теперь на крыжовнике. Осыпаться они не осыпаются. Ну, тухляк. Поели крыжовничку, зато можно не беспокоиться. Проще сказать, что не померзло, трава не померзла. Трава себя чувствует прекрасно. Все с ней хорошо. Яблоня не померзла. Молодые побеги. Ну, все нормально. Цветов на ней, к счастью, не было. Рано ей еще. Ну да, вот яблоне повезло. Я про помидор даже не пойду показывать. Догадываетесь, что с ними, да? Сейчас малину покажу. Переходим к малине. Такие надежды были, что в этом году малина зацвела. Ну, собралась зацвести. Типа, думала, ягоды будут. Наконец-то. Да ничего не будет. Потому что вон даже некоторые листья. О, как. Сейчас поближе-то. Вот, а цветочки, вот мне что-то кажется, что вот это все уже, да, это вряд ли зацветет. А то окучили, замульчировали, тлю потравили. Ну что, все, с малиной тоже пролет. Не в этот раз, не этим летом,